ламповый приемник. Здесь есть проигрыватель рабочий, 78. Все работает. А я помимо всего прочего вставил сюда блюдузовский блок, и он меня качает музыку с телефона. Твой канал посвящен супам. Это, кстати, очень интересная идея. Вот он не изменяет супам, да? Нахрен без строганов, к чертовой матери, плов. Нет, есть плов. Узбеки делают, я сам не делал. Ну, в общем, все равно к чертовой матери. И супы, это класс. Алексей Шаров, и канал твой называется Шеф Шаров. Так точно. В одно слово, ну, мы ссылочку дадим. Потому что я смотрю, и... Настолько все хорошо, что я не имею права повторять это. Потому что лучше тебя супы не готовит на этом пространстве никто. Спасибо. Если бы я стырил у тебя этот рецепт, для того, чтобы выдать его за свой, знаешь, что бы я сюда добавил еще, как свою авторскую ноту? Немножко рубкой горчички. Чуть-чуть ложечку. На эти 6 литров столовую ложку добавил. Частоты прямо, да? Высокие добавляю. Так, хватит. Мне надо, чтобы еще у меня осталось, чтобы я сам сделал. Есть. Хватит, надо экономить. Есть. Все есть. Хватит, я уже не могу на это смотреть больше. Я сейчас переснимаю. Как без мата тут? Взял все прошлое? Мы же варим эталон. Эталон, от которого мы потом будем прямо как фундамент забивать. Ну что же мы, если сделаем сейчас ту скрыть, да там скрыть. Да, скрыть. А? Можно это забацать? Значит, я его буду есть без всякого разжижения. Разжидения. Без разжидения. Репу хочу. Ой. Ну, заставить рубашку. Это святое дело. Мне тоже это сделано. Не, не надо. Отлично. Отличный супец. Никто не получит, даже не смотрите на меня. Ты целая кастрюля. Это мое. Даже не смотрите. Даже не думайте. Но я этим все сказал. Да, вот волнительный момент. Даже я с мастером стою и говорю, потрясаю. На самом деле. Так я не ошибаюсь обычно. А тут еще не хватало блин. Сыр. Достаточно, ну, выраженный вкус, я мог не почувствовать вкуса. Теперь супа. Мне это придется выпить водки, чтобы рецепторы прочистить. Ходить не надо. Алексей Шаров. Главный по супам. Это как главная супница страны. Я пошел по интеллигентному такому пути, по человеческому пути. Я не стал пытаться воспроизводить супы Алексея. Я просто позвонил ему в 3 часа ночи и сказал, приезжай, так будет правильнее. Да, и в полчетвертого. В 4 он уже был здесь. Да. Крупные грубые дольки. Мне надо, чтобы от соли баклажаны немножко увлажнились. Выкладываю все это в миску. Я сейчас съедаю эту ложечку салата за ваше здоровье. Хотя, конечно, я знаю, какой вы вкус, потому что этот салат я готовлю с закрытыми глазами в темной кухне. И тогда, когда выключен свет во всем районе нашего города. Все, сейчас смотрим на мощи. Мы сейчас завершим этот мощи. О, очень хорошо. Хорошо пахнет, кстати. А? Там народ стоит. Стучат. С мисками. Ложками стучат. Ложка 500 рублей. Нормально, да?
Недорого. Авторские. Два шеф-повара и один шеф. Делаем. Салат. Салат от шефа. Салат от шефа. Одной рукой никак. Одной снимаю, одной накладывать. Никак. Снимите, как я накладываю. Много? Спасибо большое. Да. Можно, а теперь сюда. А теперь сюда. Вот. Ага. Лучше не делай. Нет, вот, вот, да. Вот, спасибо. Давай, ну, сад, как вам, Алексей? Вот. Спасибо. Отлично. Вот так. Сэкономить немножко. Я же должен с работы какие-то продукты унести, что-то не могу. Что делать тем, у кого крошина нет? Надо приезжать в Кострому и там на рынке покупать. Так, ребят, давайте так. Кто захочет крошина, пишите, значит, на канал в комментарии. Я съезжу в Кострому и всем развезут. Такой круговой развозкой. Паровоз. Бабушка, вы рядом с стадионом живете? Да. Вот я об этом. А, да слушай, мы держим на горячий комфорт, надо сгореть немножко. Ищем специальную тарелку для щи. У меня тоже страсть к тарелочкам пошла сейчас. Я начинаю покупать разные тарелки. Ну хорошо, сгребать их просто. Эти ложку нашли. Мы сейчас искали ложку, да, пока полчаса готовили щи, я бегал, искал ложку. Да, вот такую ложку. Что можно дальше вмешивать? Можно. Можно, нормально. Для подачи, для фотографировать, все. И ложку деревянную, да. Да. Запах уникальный, да? Так. Лена, значит, когда мы будем мыть скороварку, чтобы он с собой ее увез, заговорите его там, да, по-моему, тихоря оставите, что он ее забыл, потому что она мне очень понравилась. Лена, кстати, из города. Она знает запах. Вот. Посмотрите, вот, как это живет все. Вот он сейчас ведь разговаривает с нами. Да. Этот суп. И куски репы, которые вначале казались неуклюжими какими-то, да, как сейчас. А? Сейчас я даже почешу свою репу. Я свою репу должен почесать от радости за эту репу. Ну да. Я буквально вчера посыпал себе пельмени. Костромской солью. Черный хлеб, да, сейчас если посыпать. Это отлично. Соль. Это уникально. Но, ребят, почитайте про четверговую костромскую соль. Абсолютно такой русский продукт, уникальная технология. Я съезжу на производство, можно это ребят? Я съезжу на производство и выложу к себе на канал как раз производство этой соли. Это нормально. Этикетку показывать не будем. Это сыр. Это костромской сыр. Из Костромы. Костромской из Костромы. То есть у нас много производителей сыра именно в Костроме. Это как бы наша традиционная. Молоко даже в Костроме есть, да? Много молока, да. Много молока, много масла, много сыра. Вот это вот вам подарок. О, большое спасибо. Ух ты! Вот специалисты определяют по звуку там, как, ну, пармезанчики я имею в виду. Пармезан. Большое спасибо. О, вот так я сейчас поставлю. На вашу большую дружную семью. Спасибо. Грузики. Растут в Костроме, в лесах. Обязательно, спасибо. Да. Вот эти в данном случае из Макаревского района. Но белые, да. Это очень дорогой продукт. Это очень стало. Спасибо за разговор. Спасибо. Пока, ребят. До свидания. Thank you.